Дорогие друзья, жители Чеченской Республики, меня зовут Мамед Касимов Нариман Акитович, я врач-уролог семейной клиники Аймед. В преддверии праздников огромная просьба оставаться дома и праздновать праздник дома в кругу семьи, не выходя из дома. Сохраняется риск распространения. Меня зовут Гадаев Шамиш Иванович, я врач-хирург инфекционной больницы города Грозного. Я бы хотел поблагодарить всех жителей за то, что они соблюдают самоизоляцию, и призвать их оставаться дома во время священного для всех мусульман. Я Кацаев Имдан Исаевич, работаю врачом-хирургом инфекционной больницы города Грозного. Хочу поблагодарить жителей Чеченской Республики за соблюдение самоизоляции и хочу попросить провести праздничный день. Я Даудов Алихан, врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканского клинического центра инфекционных болезней. Я поздравляю вас с наступающим праздником Ураза-Байрам. В этот светлый праздник мы привыкли ходить в гости друг к другу. Я Магомадова Алина Шамсудиновна, медицинский регистратор ГБУ поликлиника номер 4 города Грозного, выражаю огромную благодарность жителям Чеченской Республики за соблюдение режима самоизоляции. Благодаря Макарина Лиса Валентиновна, главная медсестра ГБУ поликлиника 4 города Грозного, выражаю благодарность жителям нашей республики за соблюдение режима самоизоляции. Благодаря именно вашей поддержке мы смогли предотвратить масштабный распространение. Уважаемые жители нашей республики, я Кадыхаджиева Милана Турковна, врач-инфекционист. Хочу выразить вам свою благодарность за соблюдение режима самоизоляции, за проявленное терпение и понимание в это нелегкое время. Это нелегко, да, но... Уважаемые жители Чеченской республики, я врач-инфекционист Гайданира Мархет. Хочу выразить вам огромную благодарность за терпение и соблюдение режима самоизоляции. И прошу вас проявить немного терпения и отметить праздник в кругу своих.